первую очередь Зимний дворец, Эрмитаж, потом Майка 12, Пушкинские все места. И просто походить по городу очень здорово. Сейчас очень красиво, да, деревья все в инии, получается прям как кружево такое. И все дворцы так сквозь них просвечивает здорово. И интересно смотреть, вот, как Нева замерзла, и как люди там ходят прямо по льду. Вот этим летом приехали, когда в Ленинград, и первым делом пошли на Мойку 12, и когда я увидела опять эти два дома, голубой и розовый, и вообще все вокруг и Мойка, это там вдалеке Зимний дворец, как все это было так нереально, и только что из школы вырвались, я чуть не заплакала от счастья, что вот наконец-то выбралась сюда. Сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. О, юность легкая моя, благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне. Пушкина. Папа читал, а я рисовала в это время. Просто то, что я вот сейчас в данный момент чувствую. Просто свое отношение к этой вещи. Потом, когда сама научилась читать, делала к «Медному всаднику», к повестям Белкина, к Евгению Онегину. Тебе моем, оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшие в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Квартиру Пушкина, как-то представляешь себя на месте современника тех событий.
Вот как он здесь провел свои последние дни. И тут же его книги. И мне думается, что Пушкин был легкий такой, веселый. У него было много друзей. Он быстро сходился с людьми. И если он писал легкую вещь, то делал это весело, свободно и быстро. И чтобы показать вот Пушкина, я рисовала там, когда он среди детей, среди своей семьи, как он сидит там за обеденным столом, даже держит одного малыша на руках и кормит его из ложечки. А последний рисунок с детьми, это уже лежит умирающий, и детей привели к нему, чтобы он их благословил. Они маленькие, еще тогда ничего не понимали. Чашей круговой, часы веселья и свободы. Я знал любовь не мрачную тоской, не безнадежным заблуждением. Я знал любовь прелестную мечтой, очарование, упоение. Молодых бесед оставив блеск и шум, я знал и труд, и вдохновение. И сладостно мне было жарких дум, уединенное.